Так, мы нашли место. Да. Да, Сеня? Да, у нас самое лучшее место на свете. Так сказали нам норвежцы, какие тут стояли. Которые тут изночевали. Ой, ну что, треба показать. Это наше место для ночевки. Ну что, Сень, знал ты в костре сидишь? Да. Знал будешь пахнуть? Буду. Ты меня и такой любишь. Як с тобой жить? Вонючка. Я еще за дровами пошла. Знал? Мало же. Еще не напалится, а? Сеня, а где Кимасик? В домике. Кимасик нашел себе новый домик. Сеня тянет меня на хайкинг. 6:01 у вечера. 500 метров подъема. Исти мы будем вот сюда. Капцы. Первый наш привал. Сеня, как ноги? Волшебно. Кто-то приседал с первого дня. Кимасик, як твои ноженьки? Гав-гав. О, пью водичку. Я бензовую бутылку. Нам всем из нее пить. Эй. Вот покуль, что весь путь
Это такие ступеньки наверх. Довольно крутые. Но это, напевно, самая длинная лестница в нашей жизни. Самый великий уклон. Вы молодцы, ребята. Кто устал? Ой, гляди, какие там мост. Сдохнуть можно, как красиво. Классно. И я тебя люблю, да. Я тебя, да. Да, еще понесу, так и дышать. Ух, а можешь меня так само принести, я тебе так само там на облобызаю. Моя мальчика зашли. А что случилось? Колышек выбило один. Ветром. Ого. Ага. Одинокая гора. Воин прочитал знамение, а знамение говорят, что время пришло. Скоро увидели летящие обратно в горе. Имеется в виду Смаук ужасный, страшнейший и величайший из бедствий нашего времени. Огнедышащий дракон. Нет, все. А как же второй раз? Кто верит, что Сишок искупается? Я не верю. Да не может быть. О, Беунина. Давай я еще раз. Ну? Давай еще. Все, все.
Ну и что? Пойдем. Я не пойду в этот туннель. Ты что? Пойдем. Нет. Пахнет пещерой. Пойдем. Нет, я не пойду. Там будет клево. Блин, ну там написано «Энтон Спахи». Так там даты стоять, Далей. Какие? Я не веду. Это каким законом запрещено? Блин, нет, я не пойду. А там клево. Что с лицом сегодня? Ой, осторожно. И больше их никто не башит. Ой, ну блин, ну так. Нет, это жопа. Это жопа. Я на что проступила? Это песок. Мы обратно не пойдем, чем мы влёгнули. Добро. Сань, не ходи на заряду, пожалуйста, не страшно. Догоняйте. Уже метров прошло. Здесь мы уже живут. Я ненавижу тебя. Ой, с тобой лично попадаю, с тобой какие-то минуты. Я тут долго еще? Я не ведаю. Что? Я не ведаю. Есть, конец. Как вы отчуваете себя? Ой, я не знаю, 200 ударов в минуту. Да, не видно, потому что. Так чего боялся? Мышь там летучая, не знаю. Труп чей-нибудь лежит. Ага. Дырка в полу. Ага. Провод висит. Ага. Фу, на жаль, ничего не было, да?